сейчас давай про медитацию мужского духа, так скажем, тестостерон, это спортивный зал. Ты столько сейчас стал активно заниматься в спортзале, вот постоянно, ну, регулярно выкладываешь какие-то сторисы, какие-то видео оттуда. Скажи, пожалуйста, а как давно ты стал так плотно заниматься? Я помню, несколько лет назад мы обсуждали с тобой, когда, что вот есть возможность пойти в зал, сходишь, потом несколько месяцев пропустишь, все сдувается и так далее. Но сейчас регулярно. Но, мне это надоело, что все сдувается и так далее. И я подумал, что насколько это неблагодарный спорт, что ты все время ходишь и ты даешь какой-то промежуток перерыв, времени, да, в паузу, и все откатывается. Ну, на самом деле, не все откатывается, что-то мышцы помнят, но все равно обидно. И я подумал, то, что я трачу время зря. Я столько времени потратил, и потом просто перестал ходить, и это, не знаю, не состыковывается как-то. И я подумал, что, ну, возможно, не надо просто ходить для результата, а надо просто это превратить в образ жизни, и тогда, ну, все попрет. Но тут я решил... Я подумал, а зачем это превращать в образ жизни, но это же это спорт, и действительно, когда ты в ресурсе, то у тебя хватает силы вообще на все про все. Сколько ты сейчас ходишь, например, дней в неделю в зал? Сколько раз? Ну, стараюсь три. Три раза в неделю? Но сейчас я уже буду ходить где-то, ну, пять. Пять? То есть ты решил... Там получается 2-3 силовых и 2-3... Ты скоро вот так будешь? Все решено! Не звони! Не люблю я давно! Знаешь, что прикол? Нужно кардио подключить. То есть не обязательно пойти в зал, а можно пойти поиграть в футбол или просто побегать по улице. Это хорошо. Это хорошо. Смотри, столько времени все-таки в зале. Было 3 дня, теперь будет 5 дней. Ты уже наверняка, можно сказать в прямом смысле, с закрытыми глазами можешь понять, какая гантель, какого веса. И сейчас мы с тобой это и проверим. Сейчас ты закрываешь глаза. У нас есть специальная маска, но она очень смешная. Если хочешь, мы дадим тебе маску. Но я верю, что будешь с закрытыми глазами это делать. Давай. И сейчас маску давай. Нет, без маски. Все, хорошо. Мы сейчас, я буду тебе подавать гантелю определенным весом. И ты, делая одну тяжечку такую, сюда, на бицуху, ты пытаешься определить вес этой самой гантели. Давай, закрытыми глазами. Поехали. Первая гантель. Я тебе буду подавать вот... Давай вот в эту руку, так, ближайшую. Да, мне видно. Держи. Держи. Так, стол далеко. Давай. Далеко, да, можешь качнуть разок и попробовать отгадать. Поехали. Так. Уже и суставы захрустели, да, Джо. Да, надо было размяться немножко. Ну давай. Так. Как думаешь, сколько вес этой гантели? Блин, не знаю. Такая тяжеленькая. Ну давай, навскидку. У нас еще много вариантов. Поехали. Ну, например, 8. Не знаю. Нет? Это 6. Первая 6. Мимо, но было близко. Давай, опускай ее на землю. С ней разберемся. Следующая гантель, закрывай глаза. Поехали. Тяжелые слишком не буду давать, естественно. И это сколько вес? Ну, наверное, 3. Молодец! 3! Опа! Идем дальше. Давай, забираю. Глаза. Оп, поехали. Это сколько? 1. Близко, но 2. Да. Забираю. Ой, уже пальцами скрутил, глянь. Я увидел вот это. Увидел, да? Черт, увидел, да. Ну ладно. Верю. Ты, давай, больше не открывай глаза. У меня столько гантелей, чтобы тебе... Ну-ка, давай, сейчас проверим. Чтобы не расслаблялся. Не, ну тянет. А сколько тут? Ну сколько? У тебя спрашивай, сколько? Не знаю, 14? Ну, чуть меньше. 12? 12! Прям сходу угадал. И финальный вариант, давай я закрыл. Попробуем эту. Сколько там? Ага, я понял. Не знаю, наверное... Сколько? Ну вот это может 7, 6. А может план, быть... Вообще не бывает, или бывает нечетно. А, до 10 бывает. А, да, до 10 бывает, точно. Не знаю, не могу сказать. 5, 6, 7. Первый вариант какой был, говоришь? 5. Джо, невозможно не заметить, как ты был активен в соцсетях летом, во время отпуска, и как сник осенью. И мы поэтому решили тебе воссоздать какую-то такую легкую атмосферу отпуска, чтобы ты как-то чувствовал себя более комфортно. Захотелось пообщаться, и, конечно же, мы начнем с темы. Это твои поездки в Африку, которую ты очень давно хотел, и наконец-то сбылось. Расскажи, как это было, как прошло? Это было очень круто.
несмотря на то, что я был, хочешь поопереться. Да нет, сиди. Все хорошо. Чтобы гантельки это назад. Натягался такой, надо. Пространство больше сразу надо. Мы что-то отжимались там. В общем, несмотря на то, что я был там недельку, потому что у меня не получилось в августе прям полноценно отдохнуть. Обычно я на месяц куда-нибудь ухожу. Вот. Но тут подготовка к сольнику, творчество, все дела. И поэтому я подумал, что ну хотя бы на недельку надо. И за эту неделю я успел все, что хотел, ну, для первого раза. И это было очень круто. Я не ожидал, что время так пройдет, как будто я там реально месяц или два там. А что ты там делал? Что ты успел? Ну, смотри, первые три дня. Первый день, вообще первую ночь я провел именно в Найроби. Потом на местном маленьком самолете я полетел в Масаймара. Это там, где сафари, там, где племена и так далее. И вот там я три дня провел. Morning сафари, evening сафари. Мы катались. Что значит утренний сафари, вечерний сафари? Ну, мало ли. Искали зверей. Я просто сразу вспоминаю. А я сразу перевожу, да. И искали зверей. Ну, там круто, на самом деле. Они же местные все знают. Они там на джипах катаются. И такие по рации. Здесь лев. Подгоняйте сюда. И мы такие, вау. И можно наблюдать там за какой-то охотой. Прям... Или за тем, как кто-то уже лакомится. Вот. Ну, охоты животных очень... на животных, да, естественно. Ну, то есть там прям все очень... Animal Planet. Очень красивейший закат. Мир животных. Я подрабатываю. Слушай, я мем вспомнил один-то. Fabrics Detail. Да-да-да-да-да-да. Я о них уже сижу и думаю. Слушай, у нас к нам попали... Ага, что? А потом я полетел в Укунду. И там провел три дня тоже. Но это уже больше такой мальдивский вайб. То есть там зелень, там все такое очень... Вот все эти песни, которые афробиты, мне кажется, вот там пишутся. Я прям очень сильно проникся. Вот, там тоже отдохнул. И получается, в последний день мы... Там был это, отель, он, короче, жираф-отель. Там, туда надо за полгода, по-моему, говорят, что за полгода нужно туда записываться, чтобы пожить там. И там можно, ну, ты спишь в комнате, и там жираф может к тебе в окно так заглянуть. Ух ты! Вот. Ну, крутой отель, на самом деле. Заглянул к тебе в окно жираф? Мы жираф! Жираф, я тут! А он все ни в какую. Я там не жил, но там туда просто можно прийти, как в зоопарк, и погладить жираф. Ну, это было круто. Слушай, к нам попали кадры твоего отпуска, который ты нигде не публиковал. И мы готовы поделиться, показать тебе их и, собственно, всем зрителям. Вот первый кадр, пожалуйста, посмотрите. Вот. Джонни, собственно, оседлал диких зебр. Ты на это способен, мы в тебе не сомневались. Сначала посмотрите на своего мужчину, потом на Джонни. Вот. Это первый кадр. Идем дальше. Дальше ты. Ну, конечно, куда же без этого? Царский вайб. Джонни по-другому не мог. Ему позвонили, сказали, здесь лев, он прилетел. Так, что у нас дальше здесь? Тут ты, какие-то местные шаманские танцы. Весь в огне, ну, в пиджачке, главное. Идем дальше. Здесь ты, как обычно... А вот этот самый жираф-отель, видимо, да, на верхушке сел и ждал, когда жираф придет, такой грустный. Нет, я спрятался, понял? Ты спрятался от людей. Там, может быть, и хит родился какой-нибудь. Идем дальше. Ну, вы все сами видите, он маскировался как мог, но даже там его нашли бегемотики, которые решили сфоткаться с ним. Так, идем дальше. Здесь что у нас? Вот те самые жирафы, которых мы искали. Они так смешно пьют воду. В тот момент ты то же самое подумал, как же смешно они пьют воду. Так, идем дальше. Здесь. Ой, это из другой!